Всем приветики! Я хотел бы вам показать, что делать, если у вас высвечивается такое окошко, когда вы хотите зайти в специальные настройки приложения. Получается, вот одно приложение доступно и горит белым цветом, а другое недоступно и горит серым цветом. Вам нужно просто зайти в настройки того самого приложения через сам Android. В Xiaomi это можно сделать, удержав значок и нажав о приложении. В других телефонах вроде бы так сделать нельзя, и нужно будет найти через настройки в меню приложения то приложение, у которого высвечивается, что доступ ограничен. И вот здесь будет такая кнопочка «Разрешить запрещенные настройки». Нажимаете и можете вернуться туда же обратно. Здесь уже все будет доступно. Вот. Таким образом можно решить эту проблему. Ну а на этом все. Всем покедова.